Докладывай. Восток. Вы кто? Ну и отвечайте. Докладывает 578-й. Только командирским голосом, а не голосом заместителя, начальника расчета, оператора. Приняли? Сокол. Туман. Доклады принял. Понятно, что уже все вы все это знаете, наше трагическое событие ночное. Соответственно, в 0.50 безэкипажными катерами в количестве 5 единиц был атакован малый патрульный корабль «Котов», который вместе с нами несет боевое дежурство по противовоздушной обороне, находится, соответственно, у меня на управлении. Был атакован 5 бэками. Не знаю, как там боролись они с ними, 40 минут. Потому что за 40 минут до этого была информация, что в районе «Котов» 5 бэков. Там и вертолет был, сам корабль, блядь, с вооружением там. АК-176-630.